Да простит меня весь Южный берег с его парками, дворцами и морем. Я, конечно, его тоже очень люблю. Но сердце мое с большим желанием рвется в горы, степи, подальше от суеты и шума. В Крыму немало еще осталось таких мест, но одно из них, пожалуй, самое любимое – это Аккая, белая скала. Гордая и загадочная, неприступная и манящая, и по-своему очень красивая. Это особая красота, дикая и неповторимая, первозданная и величественная. Настоящий крымский сфинкс. Между тем, это уникальный памятник истории, крупнейший в стране палеолитический комплекс. 17 стоянок и поселений первобытных людей. В 1777 году на Белой скале находился штаб Александра Васильевича Суворова. После присоединения Крыма к России князь Григорий Потемкин принимал здесь присягу на верность российской державе от крымских баев и мурз. Да простит меня весь Южный берег с его парками, дворцами и морем. Я, конечно, его тоже очень люблю. Но сердце мое с большим желанием рвется в горы, степи, подальше от суеты и шума. В Крыму немало еще осталось таких мест. Но одно из них, пожалуй, самое любимое – это Аккая, белая скала. Гордая и загадочная. Неприступная и манящая, и по-своему очень красивая. Это особая красота, дикая и неповторимая, первозданная и величественная. Настоящий крымский сфинкс. Между тем, это уникальный памятник истории, крупнейший в стране палеолитический комплекс. 17 стоянок и поселений первобытных людей. В 1777 году на Белой скале находился штаб Александра Васильевича Суворова. После присоединения Крыма к России князь Григорий Потемкин принимал здесь присягу на верность российской державе от крымских баев и мурз. Прославила себя Аккая и как одно из любимых мест наших кинематографов. Здесь снимались фрагменты популярного в свое время фильма «Всадник без головы». Разговаривает старый Зепп Стам. Он не из тех, над кем можно шутки шутить. Я стреляю! А вот кадры из более позднего и, пожалуй, самого знаменитого отечественного камерой. С чем еще можно сравнить удовольствие от такого приключения?
Когда отвесная стена неожиданно заканчивается, открываясь огромным провалом пещеры, становится немного не по себе, мягко говоря. А адреналин при этом нет, не выделяется, бьет фонтаном. К сожалению, еще одна крымская легенда оказалась только легендой. Никаких сокровищ мы не обнаружили, да и пещерой Алтын-Тишик назвать трудно. Это всего лишь гигантский грот, не имеющий продолжения. На высоте около 60 метров нас ждал сюрприз. Две пули, застрявшие в стене, недалеко друг от друга. Как показала дальнейшая экспертиза, пули образца 1908 года, калибром 7,62, пригодная для стрельбы из винтовок, пулеметов и карабинов. Кто их выпустил по скале, когда и зачем? Вечная загадка времени, как и сама Аккая. Загадочная и вечная.